Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем подводить итоги прошедшего полугодия и будем говорить о целом северо-восточном регионе. Это, друзья, подумайте только, четыре крупных области. Это Харьковская область, Полтавская область, Черниговская область и Сумская область. Сегодня такой будет вводный обзор. Мы не будем декомпозировать там конкретно по городу Харьков, он входит в Харьковскую область, вы это знаете, да, ну и так далее, по Чернигову, по Сумы и по городу Полтава, а в целом по региону, чтобы в принципе понимали, что происходит с рынком недвижимости, будем говорить о жилой недвижимости, класс социальное жилье. Итак, друзья, переходим к просмотру слайдов, которые нам любезно предоставляет компания Lim Consulting. Перед вами интерактивная карта, на самом деле она по-умному называется Национальный геоинформационный ресурс LimNews. Я проще это называю интерактивная карта, так как вы в интерактивном режиме можете посмотреть, что происходит с недвижимостью на вторичном рынке, социальное жилье. Меняется информация раз в квартал. Найти можно данную информацию, неважно, где вы живете, в какой стране, тот поисковик, который наиболее популярен, набрать просто вот map.olymp.net.ua, и вы выйдете на данный информационный ресурс. Итак, друзья, очень кратко обобщенно, Харьковская область, как я обещал, население довоенная, площадь, к сожалению, тоже довоенная, $201 за квадратный метр, это средняя стоимость в целом по области социальное жилье, самый большой класс, который эксплуатируется в данном случае не только в Харьковской области, но в целом по Украине. Что происходило в динамике? Динамика, друзья, с начала войны, в виде март 2022 год, ну, война началась 24 февраля, мы делаем поквартальный отчет, и поэтому здесь квартальный отчет. Итак, начало войны $221. И дальше снижение стоимости квадратного метра поквартальное, медленно, видите, уверенное, до $201 за квадратный метр. То есть, ну, несложно посчитать в процентном соотношении, насколько снизилась стоимость квадратного метра. В конце видео я еще вам покажу другой слайд, наверное, для того, чтобы, ну, более так, в процентном соотношении вы могли, кто не может посчитать, увидели просто эти цифры. Видим Сумская область. Сумская область в целом, что происходило? Ну, здесь также мы видим население, видим площадь довоенную, ну и, конечно же, $199 за квадратный метр, что, в общем-то, незначительно, но все-таки отличается от Харьковской области. Осмотрим, что происходило в динамике. Начало войны, точнее, это март 2022 год, $216 за квадратный метр, и снижение поквартальное видим до $199 за квадратный метр. Вот так, друзья, реагирует недвижимость на войну, которая происходит на территории Украины. И все те, друзья, риэлторы, которые там говорят, что там у кого-то растет, у кого-то там снижается на 60%, ну, ни одного, вот правда, не видел отчета с цифрами, с определенной аналитикой. Все только вот говорящие головы там оперируют тем, что мы работаем 20 лет на рынке недвижимости и типа все знаем. Но это так, отвлекся. Дальше, Черниговская область. Черниговская область, видим, $255 за квадратный метр в целом по области. Это средняя стоимость квадратного метра. Дальше можем посмотреть в динамике, что происходило. Динамика та же самая. Начало войны, март 2022 год, это $269 за квадратный метр. Напомню, это в целом по, друзья, в Черниговской области. И снижение стоимости до июня месяца 2023 года $255 за квадратный метр. Ну и осталось у нас, друзья, Полтавская область. Смотрим. Пускай вас не смущает, Полтавская область, город Полтава, это областной центр. Ну, в общем-то, вы должны понимать, что
Украина разделена на, по административно-территориальному делению на области. И в каждой области есть областной центр. В Полтавской области это город Полтава. Также есть областные центры в Полтавской области. Это более маленькие города и районные центры, и поселки городского. И там иерархия как бы достаточно понятна, мне кажется. Итак, Полтавская область 247 долларов за квадратный метр в целом по области, друзья, чтобы вы понимали. И вот что происходило. Начало войны 263 доллара и видим снижение стоимости квадратного метра поквартально до 247 долларов за квадратный метр. То есть мы в течение буквально там нескольких минут с вами посмотрели целый северо-восточный регион в разрезе, так сказать, областей. Вы также можете эту карту поюзать, что называется. Приближаете любой, вот Чернигов, там видим Городня. Я просто показываю, как пользоваться данным ресурсом. Это обновленные данные за прошедший, естественно, второй квартал 2023 года. Давайте я сейчас закрою информацию. И, друзья, ну что, давайте, наверное, подведем итоги. Итоги будем подводить, и они, в общем-то, наверное, ну, так, давайте, сейчас я закрою. Понятно, что в целом по Полтавской области, ой, Полтавской области, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской области, то есть по всему северо-восточному региону, то есть мы сейчас говорим об обобщенных данных, то есть это такие сводные данные. За всего лишь год период исследования у нас, в данном сейчас случае мы говорим июнь 2022 год и июнь 2023 год, мы наблюдаем снижение порядка 5% класс социальное жилье, это вторичный рынок. Ну, по моим прогнозам, что с учетом того, что это, в общем-то, северо-восточный регион, он граничит с Российской Федерацией, то есть там, ну, достаточно напряженная ситуация и на фронте, то снижение будет в целом, если мы уже видим 5% за полгода, то в годовом измерении, я думаю, что это будет 10%, возможно, это будет 9%, возможно, это будет чуть больше 11%. Я не знаю, я точно не угадываю цифры, но о тенденциях я совершенно четко понимаю, что происходит, и вам об этом говорю. Итак, друзья, пришло время прощаться. Очень кратко, я так думаю, что информативно рассказал вам о целом регионе Украины. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете обсуждать мои видео, можете там писать мне всякие гадости, только с аргументами. Иначе я не отвечаю. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. До встречи, друзья, в следующих моих видео.